Я сколько стоял, да. Я как открываюсь, мне сразу пам-пам-пам. Ну, правильно. Стань, ближняя дистанция, группировка. Вот так, да? Какая? Вот, ой, никогда так, не оскорбляй меня. Как группировка ближней дистанции? Это не будет группировкой ближней дистанции. У тебя ноги стоят узко. Не, вставай фронтально, фронтально становись ко мне. Опусти руки, смотри. Опусти руки, да стой спокойно. Опусти плечи, вот ты пытаешься сгруппироваться, да? Да, да, сгибаешь локти, да не прижимай. Вот сгибаешь, вот в принципе да. Но у тебя все равно напряжена спина, потому что ноги стоят узковато. Ну, она не то, что напряжена, она выпрямлена вот, в пояснице. Напряжена. В пояснице. Поставь ноги шире. Полегче. Опусти руки. И теперь, когда опусти руки, говорю, во, посмотри, ты когда поставил ноги шире, у тебя расслабился поясничный отдел. И теперь согни локти. Во. И вот теперь посмотри, как ты можешь и корпусом подрабатывать, и здесь работать. Согласен? Да. Ты больше превратился в шарик. Становясь сейчас выше. Не открою. А ты не открывайся. Ты не открывайся. Ты бей руками здесь. Не, открывание происходит только в одном случае. Когда ты в ближней дистанции выпрямляешь позвоночник. А если ты не выпрямляешь, ты хоть как тут бей кулаком. Ты не откроешься. А вот так откроешься. Понял? Нет таких ударов. Есть вот движение. Как ты с локтя зарядишь? Ударь локтем правым. Просто рукой локтем. Ты что плечи опять задрал? Вот у тебя, видишь, три пальца висит. Вот круговое движение. Локтем, говорю, вот пробей. Вот и все. А теперь стоять, дай руку. Вот он, удар сбоку у тебя получился. Еще раз. Нет, ты не опускай кулак. Вот ты качнул чуть-чуть, расслабь плечо. Назад локтем, да? Ну, круг. Круг вот переворачивается, вот переворачивается. Смотри. Да стой спокойно. Смотри, вот это качнет локтем, а-ля как бы замах. Он вот до сюда, до тебя доходит. Расслабь плечо. То есть твое плечо пошло вперед, а локоть пошел как бы назад. И поэтому создается траектория за кулак, за плечом, и тогда ты можешь пробить. Твой кулак пойдет вот по этой траектории. На меня смотри. На, локтем дал назад. Видишь мою руку? Расслабься. Да не надо сильно, резко. Расслабься. Не надо хорошо делать. Не надо делать быстро, резко. Медленно сделай. Ты мне сейчас рубанешь. Реально. Медленно. Локтем назад. Раз. Локтем назад ты делаешь вот это движение. Я сказал, вот локтем назад. Вот ты качнуть его можешь. Вот у тебя висят локти. Вот руки опусти. Опусти плечи. Видишь, у тебя кулаки висят на скинок. Согнул локти. Вот теперь у тебя локти смотрят на скинок. Вот это расстояние и есть твой замах. А что ты напрягаешься? Ты просто можешь вот так круг сделать? Да. Ну и сделай. Круг, я сказал. Вот локтем. Во. Во, вот, вот локтем сделал. Вот то же самое, только теперь не задумайся, вот сюда кулак. Да расслабь ты, что ты морду напрягаешь. Просто качни локтем. Дружище, смотри. Не вот сюда, реально тупишь. Вот с локтем, вовнутрь. Вот у тебя круг пошел. Вот такое движение, вот такое сделай. Ну где рука твоя? Вот и все, вот твой удар получился. Еще раз. Молодец, вот ты перевернулся. Еще раз. Расслабь плечи, никакой силы не надо. Вовнутрь локтем дай. О, вот и все. И нигде ты не раскрылся. Вот в это направление. Только защищаешься потом, да? Да, да ты уже защищен. Только не делай из удара фетиша. Это просто движение мышц, какое-то сокращение. А ты перед ударом просто качни локоточком еще раз. Во! Умница! Чем расслабленнее ты будешь делать, тем проще будет. Спасибо. Все удары являются защитой. Закрывает тебя. Не поднимая плечи, просто вперед кулак выкручивай, да и все. Вот, выкрутил, да и все. А у тебя кулак вот здесь стоит, ты будешь делать вот такое движение. Вот у плеча кулак, плечом ты его туда. На самом деле, смотри, кулак просто сам пошел, как будто у него ножки есть. Вот рука стоит, вот просто кулак сам пошел. Угу. Кулак переворачивай. Вот и все. Да. Молодец.